Один из главных текстов недели – расследование центра «Досье» о предполагаемых детях Путина и Кабаевой. Дмитрий Колезев. Если статья правдива, то у Путина и Кабаевой двое сыновей – старший Иван и младший Владимир. Жизнь их напоминает сочетание жизни наследников императорского престола и сыновей мультимиллиардера. Много охраны, няни и гувернеры. Жизнь и игры в закрытых резиденциях, на яхтах, частных джетах и бронепоездах. Изоляция и редкое общение с другими детьми. Отличие от настоящих царевичей в том, что те обычно все-таки на виду и воспринимались как наследники престола, а этих Путин прячет как самую страшную тайну. Александр Невзоров. Но завидовать им точно не стоит. История знает сотню, как минимум, примеров того, сколь трагична была судьба детей всех кровавых диктаторов. Даже заколотив самого тирана в гроб, толпа, как правило, не успокаивалась и начинала охоту на его наследников, на семя Дьяволова. Так что сыновство тут никак не дар, а проклятие и несводимое клеймо. Расплачиваться придется, и это непоправимо. Уж слишком много зла, смерти и горя их папа учинил на этой планете. Разумеется, никакие документы, никакие гарантии с миллионом печатей в таких случаях гроша ломаного не стоит. Лиззи Страта. Сыновья президента России. Теперь к женщинам номер один и номер два прибавились маленькие члены семьи. Никакой бюджет не выдержит такой нагрузки. Отсюда и пенсии с зарплатами по 10 тысяч рублей в месяц у граждан страны. Федор Крашенинников. Я не понимаю, в чем проблема опубликовать фотографии детей Путина. Они живут под охраной, и им ничего не грозит в смысле травли или чего-то такого. Надуманная совершенно проблема. А вот дед пусть поистерит, вот уж кого не жалко. Маша Слоним. Ознакомилась с некоторыми подробностями личной жизни Путина из расследования центра «Досье». Наличие маленьких детей у диктатора дает надежду на то, что он все же не подорвет мир. Или и это его не остановит. Монстр? Леонид Невзлин. Очевидно, что различие между резиденцией на Валдае и бункером где-нибудь в Сибири будет существенно меньше, чем с обычным миром, с которым они могут столкнуться в случае отставки папы. А если отставка будет не слишком добровольной, то различия могут быть кардинальными. Ведь именно должность президента мафиозного государства обеспечивает ему и его детям, родственникам, друзьям тот уровень жизни, который у них есть. Тимченко и Ротенберг, конечно, поделятся общаком, но это не то, что за госсчет. Да и риски лишиться всего возрастают при любом самом надежном приеме. Поэтому Путин скорее пожертвует окружающим миром и своими холопами, чем готов будет потерять власть. Дмитрий Чернышов. Хочу сказать искреннее спасибо Алине Маратовне Кабаевой. Легендарную гимнастку и ее детей охраняют на Валдае сразу 7 самоходных зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-1». Но сердце все-таки ёкает. А вдруг бандеровская хунта нанесет подлый удар в самое сердце? Необходимо срочно укрепить безопасность путинской резиденции и разместить там еще несколько батарей С-400 «Триумф». Лучше всего перебросить их из Крыма. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале, ставьте лайк и подписывайтесь.